Привет. В окрестностях Петербурга сохранилось на карте немало финских и финно-угорских названий, говорящих об общей истории Петербурга, России и Финляндии. И одно из этих названий совершенно очевидное. Это название бывшего пригорода Петербурга, а ныне входящего в городскую территорию поселка и одноименной железнодорожной станции Лахта. Название Лахта известно, ну, как минимум в два раза дольше, чем существует Санкт-Петербург. Устно существовало много сотен лет назад письменное упоминание первой в писцовой книге Водской Пятины Новгородской республики в 1500 году. Лахта – это, скорее всего, обрусевшее финское слово «лахти», обозначающее залив, а, возможно, просто обозначение залива, только не на финском языке, а на ижорском его диалекте. Сути дела не меняет, речь действительно идет о заливе, только не о финском заливе, который по-фински называется Суоменлахти, а о Лахтинском разливе или просто Лахте, большом важном заливе, который существует и сейчас, являющийся частью Финского залива, соединяющейся короткой с ним протокой, здесь, на северо-западе Петербурга, месте важным с точки зрения экологии и орнитологии. Там садятся стаи перелетных птиц, которые облетают с запада Петербург во время миграции. Берег залива в Лахте совершенно дикий. Такой же, каким он и был все последние столетия. Совсем рядом с Петербургом, северный берег, начинающийся здесь Невской губы Финского залива, очень хорош, интересен для прогулок. Спокойных, особенно в погожую погоду, вот как сейчас. Прекрасное место для того, чтобы горожанам подышать свежим воздухом, и совсем недалеко. Здесь же, на границе с соседним Ольгино, расположен комплекс радиовышек КГБ СССР, которые глушили вражеские голоса. Ну, те самые, есть обычай на Руси утром слушать BBC. Ну, а теперь это дало название группе, организованной группе совершенно бесполезных, никчемных людей, которые известны нынче в интернете как ольгинские тролли, и чей офис тут недалеко относительно у метро «Черная речка», над которым ржут просто все, кому не лень. Ну да бог-то с ними, с этими самыми троллями. У них, наверное, есть какие-то собственные соображения. Почему они делают ту бесполезную работу, которой они занимаются? А про Лахту продолжу рассказ немножечко еще из истории. Екатерина, которая долго хотела стать по латыни секундой, выдумала прекрасную историю, в которую мы все по разным причинам верим. Историю Великой России и Петра Примы, то есть Великого Петра, императора Российской империи. Для того, чтобы эту историю материализовать, был приглашен из Италии великий же мастер-скульптор Фальконе, который сделал чудесно известный на весь мир памятник «Медный всадник». Медного всадника нужно было поставить на какой-то постамент. Постаментом для «Медного всадника» был избран огромный валун, который назвали «Громкамень», и который нашли к северу от Петербурга, как раз здесь, в Лахте. Тут была построена вот примерно вот в этих вот местах временная пристань, который был причален специальный корабль, катамаран, состоящий из двух огромных парусников, на который затащили этот камень и отвезли вон туда, вон в Петербург, на набережную Невы. Уникальная операция своего времени. Это была часть большой программы фальсификации российской истории, которую инициировала Екатерина II вместе с подручными, так сказать, историками. Это было нужно для укрепления собственной власти. И любому диктатору, ну пусть Екатерина была таким мягеньким диктатором по сравнению, например, с Петром, но диктатором же,
женщины с такими мужскими амбициями, с непростым характером, нужно было придумать эту самую историю. До Екатерины к Петру было, мягко говоря, неоднозначное отношение. Называли его скорее царем Петром Алексеевичем. Память была еще свежа о его преступлениях, о том, какое количество душ загубил этот человек и насколько у него были руки по локти в крови. Екатерина придумала красивую историю смерти Петра. Будто бы здесь, именно в Лахте, вот на этом берегу, он принимал участие лично в спасении моряков тонущего корабля в ледяной воде залива в ноябре 1724 года, после чего смертельно простудился и умер в январе 1725 года. Не верьте тут ни единому слову, прописанному во всех российских учебниках. Это полнейшая неправда и выдумка. На самом деле Петр умер от последствий своих многочисленных потешных болезней. Действительно, в январе 1725 года в своей постели в Зимнем дворце, в страшной агонии, умирая, кричал, не переставая, 10 суток перед смертью. Представляете, какую Господь даровал ему прекрасную, в кавычках, смерть за все его лютые деяния. Ну что еще сказать вам исторического интересного про поселок Лахта? Его вполне можно назвать родиной российского тенниса. Здесь во второй половине 19 века был основан первый в Российской империи лаун-теннис-клуб, который примерно на том же месте существует по сю пору. И пару раз я там махал своей, так сказать, ракеткой. Ну а современная история Российской Федерации с Лахтой связана не только ольгинскими троллями, но и вот этой вот самой кукурузиной, самым высоким небоскребом в Европе, а в петербургском фольклоре просто-напросто газофакой. Если помните, одно время люди, которые имеют власть и деньги в России, эта группка несчастных человечишков, хотела сначала эту газофаку поставить прямо в месте впадения реки Охты в Неву, там, где раньше был шведский город Ниеншанс напротив Смольного, но нам, горожанам, все-таки удалось отбить это. Но саму историю, саму идею построения Лахта-центра, вот этого небоскреба, к сожалению, похерить не удалось. Перенесли сюда. С некоторых точек этот небоскреб может казаться даже эстетически красивым памятником современной архитектуры. Поверьте мне, я побывал много где, много видел небоскребов в мире, есть чем сравнить. Он вполне мог бы вписаться в ландшафт, вид того или иного города, но никак не Петербурга. И, конечно же, при его строительстве не учли ни историю города, ни его береговую линию, ни его энергетику и настроение, в конце концов. Но говоря об этом небоскребе, который совершенно очевидно останется всерьез и надолго, и идею о том, чтобы его разрушить или убрать, можно даже не обсуждать, это смешно. Придется с этой уродиной жить. Нужно иметь в виду не только то, что панорама Петербурга испорчена окончательно и похоже на века. Ну, я понимаю, что это мое личное субъективное мнение, но я не видел ни одной точки из центра Петербурга, с которой бы это здание действительно выглядело красиво. Если Петербург как бы закрыть занавесочкой, то вроде бы как и ничего. Но занавесочку-то не натянешь. Ну да ладно, бог с ним. Здесь, благо мы современники этих событий, все происходит у нас на глазах. Необходимо, конечно, ситуацию анализировать и делать выводы. А выводы вот какие. Главный смысл постройки этого здания заключается в том, что у буквально нескольких лиц в России во главе с одним общеизвестным альфа-самцом есть в силу их не шибко высокой развитости, как известно, три главные мирские мужские страсти. Это власть, деньги и секс. Власть дает доминирование, деньги – возможности, секс – очевидное удовольствие и прочие радости. Так вот, всегда во всех столицах мировых империй, и я говорил об этом вкратце в своем влоге, который вел в конце июня
из Венеции, с площади Сан-Марко. В центре каждой столицы мировой империи стоит некий фаллический символ. И время от времени их обновляют. Шпили все выше, столпы также тянутся в облака. Ну и, конечно же, в современном понимании небоскребы. А он маленький такой. И какое у него маленький или большой, значения не имеет. Теперь мы все видим размер его комплекса, как минимум, самый высокий в Европе, с большими претензиями на попадание в рай. Но мы-то с вами понимаем, что не попадет. Пусть не надеется. Я лично сторонник теории переселения душ. По мне так, в следующей жизни почистить бы ему с утра до вечера, с детства до глубокой старости, сортиры, принести большую пользу обществу. И еще мы, конечно же, если серьезно, должны помнить о том, какие колоссальные деньги потрачены на строительство этой бесполезной во всех смыслах кукурузины, и что на эти деньги можно было бы обеспечить достойным жильем всех ветеранов и многих пенсионеров, построить тысячи школ и детских садов, бассейнов, в конце концов, спортивных залов. Короче говоря, распорядиться ими с умом. С таким умом, которого очень не хватает в головах большинства россиян. Смотрите меньше телевизор. Не верьте говорящим головам. Думайте своей. Пока.